наших маленьких земляков будет запущено 4 детских сада на 1200 мест, включая 400 мест для детей младше 3 лет. Два из них в селе Евсино-Галышмановского городского округа и в Тюменском микрорайоне Антипино уже введены, а еще два в Тюмени, в Ямальском втором и в районе жилищного комплекса Новопатрушево запустим до конца года.